Смотрите, скажите. А вы сюда, на меня смотрите. Владыка, сегодня торжественное, приятное событие для всех приезжих. Вы знаете, сегодня не только приятное и торжественное событие, сегодня особо значимое событие для Элисты и Калмыкии. Освящение храма, нового, новопостроенного храма, это свидетельство того, что народ объединен вокруг своих святых. Сегодня сюда приехал глава республики, как сказала женщина одна простая. Говорит, вы как простой человек, приехали вы с нами, с народом. Почему так? Да, наверное, потому что сердце и главы республики наполнено любовью к своему народу. И народ объединен этой любовью. Я думаю, что вот объединение вокруг не временных, а относительных, не относительных, а абсолютных ценностей спасет вообще нашу Россию. Потому что мы во многом приземлены сейчас, заботимся своим личным, вот, а наши вот такие общие святыни, они нас объединяют, делают этот народ цельным, сильным, крепким. Я думаю, что благословение святейшего патриарха, которое он произнес, глядя в глаза нашему главе республики Алексею Маратовичу, о том, что Калмыкии ждет благоденствия, оно начинает осуществляться. Вот строить храм – это уже подвиг веры, подвиг благочестия, подвиг силы духа. Спасибо. Спасибо.